Привет! И сегодня я поделюсь с вами масочками для нашей кожи вокруг глаз. Это нежная кожа. И сегодня я возьму лен, будем делать из него гель. А для этого беру 2 чайные ложки семени льна, заливаю 100 мл воды. Если вы хотите, чтобы гель был более крутой, возьмите чуть меньше воды. А вода у меня горячая, я перемешиваю и еще ставлю на водяную баню, чтобы образование геля было более быстрее. Итак, пока у меня стоит на паровой бане семя льна, я возьму спелый абрикос. Абрикос содержит массу фруктовых кислот, которые не повреждают кожу, которые хорошо именно в летний период. Они подтягивают кожу, тонизируют, подходят для любого возраста, даже с 20 лет. Это очень хорошая профилактика гусиных лапок. Если вы любите, возьмите мед, но нельзя его брать для чувствительной кожи и для тех людей, у кого аллергия на мед. Лично я не люблю мед в масках, поэтому я его не взяла, но вы можете это сделать. Я взяла сметану за место меда. Мы сделали пюре из абрикоса, мы сделали, отжали гель из семени льна. Геля у меня получилось намного больше, чем мне нужно, и я уберу в отдельную бутылочку этот гель. Мы будем увлажнять кожу таким образом, каким я расскажу вам в следующий раз. Итак, мы смешиваем пюре абрикоса со сметаной, немного геля я беру из льна, все перемешиваю. Я добавляю несколько капель копайбы, примерно 2, не больше, больше не нужно. Что делает копайба? Копайба — уникальное масло в косметологии, оно очень хорошо для области вокруг глаз. Она убирает морщинки, синяки и припухлости под глазками. И очень советую использовать это масло в уходе за областью вокруг глаз. Также я добавляю витамин Е, 3 капельки. И теперь все перемешиваю и наношу на ватные диски. Ватные диски я делю сначала на 2 части, и потом половинку делю еще на 2 части. Так получается тоненькая основа для нашей маски, для патча. Хорошо намазываю эти патчи и кладу под глазки. Масочки можно делать курсом 2-3 раза в неделю, 10 процедур. Очень хорошая уходовая процедура за областью вокруг глаз. Вы можете сделать это на полный диск, положить и на верхнее веко, и на нижнее, и отдохнуть 10-15 минут. Потом смыть теплой водой и наносить крем, как обычно.